В этом году традиционный выпускной в БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы состоялся в онлайн-формате. Он прошел 10 июля на платформе системы дистанционного обучения университета. Несмотря на непривычный формат, выпускной продолжит традиции прошлых лет. БСПУ Лайф объединил студентов, педагогов и сотрудников университета. Вначале теперь уже бывших студентов поздравили глава Башкортостана Ради Хабиров и председатель Совета ректоров вузов республики, ректор БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Салават Сагитов. Каждый факультет праздновал этот торжественный момент в своем кругу. Теплые слова и добрые пожелания прозвучали от директоров институтов и деканов факультетов, преподавателей. В этом году выпускной праздник проходит в инновационном, необычном для нас формате. Но этот день остается для нас праздником, для преподавателей, которые были рядом с нашими студентами в течение 5 лет. Это праздник для наших выпускников, которые завершают обучение в Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахиддина Акмуллы и вступают в новое профессиональное сообщество. Мы желаем нашим выпускникам карьерного роста, покорения профессиональных вершин, мотивированных учеников. И чтобы наши выпускники были всегда в нашем университете желанными гостями, и их ученики стали нашими абитуриентами. Благодаря онлайн-формату присоединиться к выпускному можно было из любого места – аудитории, квартиры или даже парка. Расстояние не помеха, ведь теплые эмоции и счастливые моменты студенческой жизни – это те воспоминания, которые будут греть сердца наших выпускников всю жизнь.